Родила я в 16 лет. Я смотрю и думаю, ну как это получилось, чтобы я родила 4 детей, а сама себе этого не представляла. Никакой учебы не увидела, никакого пения, ничего. Пришла вот так вот в тундре жить с Геной. Привет, Гена. Ну, скучаю, я хочу к тебе. Женщина, лучше нас с тобой управлять, чтобы упляшки. Лучше нас. Да. Вместе взятых. Ты вообще не хочу, чтобы она работала? Тогда ты работай. Я долго. Ты ни хрена не делаешь, если сидеть, да? Там насядь! Хочу все поменять. Я мечтаю, чтобы у меня была своя квартира, был свой дом, все свое.